вашими ножами. Вы тоже вращаетесь. И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня у нас в эфире Universe Sandbox 2. Да, мои любители космоса, я знаю, вы давно ждали новых серий по Universe Sandbox 2, и, блин, они неплохо заходят, вам очень нравится смотреть мои прохождения этого замечательного симулятора Universe Sandbox. Блин, я его снимаю очень редко, поэтому, друзья, я постараюсь вас радовать новыми сериями по этому симулятору все чаще и чаще. Друзья, короче говоря, сегодня у меня такая серия. Сегодня мы попробуем посмотреть, что будет, если две самых известных и больших кометы столкнутся с планетами Солнечной системы. Да-да-да-да-да. Так, ну давайте тогда сразу мы... Что мы делаем? Да, все правильно, мы сразу возвращаемся к нашей планете Земля. Немножко замедлим скорость. Как немножко? Ну, практически 23 секунды в секунду. И попробуем сейчас посмотреть, что будет. Так, смотрите, комета Галлея. Я думаю, многие знают про эту комету, что это за комета. Ну, могу вкратце вам рассказать. Комета Галлея — это яркая короткопериодическая комета, которая возвращается к Солнцу каждые 75-76 лет. Размеры... Давайте сейчас я вам ее покажу, дабы вы хотя бы имели в виду, что это такое. Вот она, комета Галлея, да, видишь ее? Радиус 5,50 километров. Масса ее, конечно, вообще просто катастрофическая. Ну, не знаю, масса здесь 4 триллиона, но вообще, по идее, она где-то равняется 2,2 триллионам килограммов. Ты представляешь, насколько тяжелая эта фиговина? Наблюдали эту комету еще, по-моему, даже в 243 году до нашей эры, если мне не изменяет память, а в 1986 году было довольно-таки яркое появление этой кометы. Следующее появление будет в 2061 году. Ну ладно, не суть, не суть. Короче говоря, давайте посмотрим, что будет, если эта комета вдруг каким-то образом будет пересекать орбиту нашей планеты, и наша Земля захватит ее в свое гравитационное поле и притянет. Давайте попробуем. Так, комета Галлея. Наверное, нужно немножко сейчас замедлить скорость. И запустим. Ну, давай, почему бы нет, Северная Америка. Америка, прости, я, конечно, не какой-то там этот самый, да, я люблю все нации, я не нацист, но, блин, раз уж Америка мне попалась, значит, будет громить американцев. Ну что ж, ладно, давайте прямо, наверное, где-нибудь, вот это у нас Флорида, да, ну, допустим, давайте запустим туда комету Галлея и посмотрим, что вообще произойдет. Да, посмотри, довольно-таки такой большой объект, я тебе скажу, да, ага. Довольно-таки крупный камушек. Ну, можно, в принципе, наверное, чуть-чуть ускорить время и посмотрим, что будет, если комета Галлея столкнется с Землей. Давай еще немного быстрее. Ага, по-моему, уже пошла. Да, входит в атмосферу. Я вижу, как она раскаляется. Ого, нифига себе, вот это катастрофа, ты посмотри. Ты посмотри, что творится с Землей, это просто жесть. Ну, я скажу так, ого, вот это огромнейшая волна, ты посмотри. И фрагменты, посмотри, много фрагментов, я так понимаю, подожди, стой. Это фрагменты Земли или что это? Фрагменты, ну-ка, стой, стой, стой. Да, это, по-моему, фрагменты Земли. Даже вылетели в открытый космос. Ты видел, вот эта волна была просто огромнейшая. И посмотри, все фрагменты падают на Землю. И огромная ядерная вот эта вот ударная волна, огненная, посмотри. Она доходит даже почти до берегов Африки. Ну, не почти, а
она, в принципе, дошла. Почти дошла, да, до Европы, Гренландия. Ну, точно, здесь, ну, здесь 100% поднялось огромное цунами, и, блин, всем жителям этих континентов, я скажу так, им, в принципе, наверное, не шибко поздоровилось, им не айс там находиться. Так, а что у нас по температуре? Температура у нас 15 градусов, ну, температура пока на поверхности планеты не изменилась. Да, множество, конечно, осколков Земли. Земли, именно Земли, а не кометы Галлея, падает на поверхность планеты, и получается, что у нас, в принципе, идет еще как бы падение нескольких комет, полукомет Галлея, да? Смотри, ну, я думаю, что здесь, кстати, материк даже, смотри, полностью изменился, и спустя какой-то там, каких-то 10 секунд, да, там 20 секунд в секунду, это, то есть, у нас примерно... За 6 минут произошла глобальная катастрофа. Вот посмотри, фрагмент раскаленный вылетел за орбиту Земли. Классно. Это впечатляет. Ну что ж, я думаю, наверное, сейчас мы с вами промотаем время. Давай промотаем время и посмотрим. Посмотрим, что у нас произойдет со штатом Флорида. Я думаю, там ничего, в принципе, хорошего не должно быть. Ну, его знает, но... Континент, вот кусочек этого континента, он, по-моему, должен полностью быть стерт с лица Земли. Хотя, смотри, я наблюдаю, там есть свет. Да ладно, ты прикалываешься? Стой. Ну-ка, стой. Нет, нет, нет. Вот здесь половины как бы материка нету. Посмотри, куда падали осколки. Допустим, осколки улетели в Канаду. Там образовалось огромное озеро. Так, ну что ж, ладно. Хорошо. Давайте тогда... Сейчас мы немножко позеваемся над планетой Земля. Давайте запустим кометы Шумейкеров-Леви. Почему бы нет? Комета Шумейкеров-Леви. Радиус 700 метров. В принципе, они не такие большие, но... Насколько я знаю, при приближении с Юпитером, да... В 1994 году было великое столкновение с Юпитером данной кометы, и она развалилась аж на 21 часть из-за гравитационного воздействия планеты, и, блин, со скоростью 64 км в секунду все осколки вонзились в наш Юпитер, в самого большого гиганта Солнечной системы, и, в принципе, если сравнить, если бы все эти осколки упали бы на нашу Землю, то все, я бы сейчас бы просто не снимал видео, вы бы не увидели его. Ну что ж, давайте попробуем тогда запустить комету Шумейкеров-Леви на, так, 21 часть, я правильно понимаю? Давайте тогда нажмем паузу. Раз. Блин, конечно, немножко неудобно. Давайте, наверное, лучше замедлить время вот так. Запустить, пускай кометы летят, осколки комет летят. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21. Вот так. Вот так приблизительно 21 фрагмент кометы Шумейкеров-Леви у нас отправляются прямо в Африку. Здорово. Ну, я не знаю, слушай, я, наверное, пойду запрусь куда-нибудь, блин, либо залезу в подвал, хотя меня это вряд ли спасет. Посмотри, 21 фрагмент летит на планету Земля. Это катастрофа мирового масштаба. Комета Шумейкеров-Леви-9, да-да-да-да-да. Ох, я сейчас чувствую, будет что-то. Так, давай-ка немножко ускорим время. Ой, ну тут даже без ускорения время, тут и все и так понятно. Ты посмотри, пошла катастрофа. Вот оно. Это просто впечатляет. Ты посмотри, континенты просто разрывают. Я не знаю, что должно быть после такого удара на планете Земля. Жалко, непонятно, что-то творится непонятно с температурой. Вообще, она должна сейчас катастрофически подняться.
Короче, у нас будет ледниковый период. После вот такого точно у нас уже все. Короче, вот, посмотри, огромное количество фрагментов вылезло. У нас в открытый космос. Кстати, по составу. Так, по составу у нас, ну блин, у нас есть вода, странно. Хотя вообще, по идее, она должна испариться. Ну, может быть, не так сразу, но... Ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, какие огромные... Огромные огненные волны, да, ударные волны, блин. Они просто, я не знаю, ну, по-любому они должны покрыть всю Землю, обойти всю Землю, вернее, раза два-три, это точно. Вот они, те самые известные шрамы Юпитера, да. Ну, конечно, когда комета Шумекера-Флевера распалась на 21 часть и вонзилась в Юпитер, то есть, ну, там не было никаких выбросов, блин, фрагментов планеты в открытый космос, да, потому что... Насколько мы знаем, Юпитер — это газовый гигант, там, в принципе, вырваться-то в открытый космос нечему. Ну что ж, ладно, давай немножко промотаем время. Ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, всю планету, да, везде, вот комета Шумейкера-Флеви полностью коснулась каждого континента, на Земле. Блин, да, ну здесь явно ничего живого не должно после такого остаться, я не знаю. Я удивлюсь, если сейчас будет что-то у нас где-то на континентах гореть еще свет. Так, ждем остывания и давай немножко посмотрим на нашу планету. Стой, 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 не так быстро. Ого, там офигеть, там неимоверные кратеры, посмотри. По-моему, даже какие-то континенты немножко поменялись. Так, у нас огромные озера, да, опять же образовались. Огромные кратеры. Блин, как в океанах могут быть кратеры? Там что, я не пойму. А, нет, посмотри, даже новый континент какой-то образовался. Ладно. Ну, это все понятно, все интересно, я все понял. Так, ну, давайте попробуем провести... Ну, в принципе, можно Марс сейчас посмотреть, что будет с Марсом. Давайте, наверное, на Марс, кстати, запустим, да, именно комету... Шумейкера-Флеви, и вот она, долина Маринер. Именно туда мы будем ее запускать, все наши 21 часть комет Шумейкера-Флеви. Ну что ж, поехали, давай. Ну, вроде бы 21, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится, что творится. Блин, на Марсе и так трудно выжить, а тут еще, блин, творится такая петрушка. Ну, я не знаю, я буду удивлен, если Марс после такого раскалится, да, там, не знаю, поднимется температура и начнут таять его шапки и появится вода, блин, это будет, конечно, удивительно. Так, ну а если запустить комету Галлея, а посмотри, ты видел, да, прошла огненная волна? Ого, это сравнимо с падением Фобоса или Деймоса. Огненная волна, в принципе, да, у нас обошла планету Марс. Два раза. Ну, вернее, один раз. Фрагменты Марса, смотри. Летят фрагменты Марса, которые сейчас прям-таки норовят упасть обратно на поверхность. Или нет? Нет. А, нет. Да. Какие-то части падают, какие-то у нас улетели в открытый космос. Ну, ладно. Хорошо. Давай тогда сейчас мы попробуем испытать это, допустим, да, на самом... Ну, почему бы нет? На самом же Юпитере. Именно на Юпитере. Так. Давай вернемся к Юпитеру и... Так, добавляем. И где наша комета Шумейкера-Флеви? Вот она, наша комета Шумейкера-Флеви. И сейчас мы попробуем посмотреть на то, что можно было наблюдать в 1994 году. Падение кометы Шумейкера-Флеви. Так, немножко ускорим время. И запускаем все 21 фрагменты. Так, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Вот так, отлично. Полетели фрагменты, полетели. И давай немножко ускорим время. Ускорим время. А, по-моему, я запустил ровное количество фрагментов. Я не знаю точно. Ну, по-моему, вроде бы, как бы... Со счетоводством у меня все в порядке. По-моему, нет. А, нет, 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 все, да. Все 21 фрагменты летят у нас прямо на поверхность Юпитера.
Ох, ну что ж, давай разрывай оболочку Юпитера и посмотрим, что же будет. Да ладно, просто вот такие взрывы, всплески. Ну, я ожидал хотя бы, что появятся какие-то пятна, блин, те самые известные, после падения Шумейкера Флеви на поверхность Юпитера. А здесь нет. Здесь просто огненная какая-то вот такая непонятная, я не знаю, как это назвать, диффузория или что это, блин. И больше ничего? Так, ну ладно, давай комету Галлея. Давай комету Галлея пустим. Давай ускорим. Это все? Да ладно. Даже не пятнышко. Ну-ка, стой, а давай немножко промотаем время. А хотя нет, стой. Вот, да. Кстати, вот они. Подожди, где она там? Оп, стоп. Да, вот они, вот эти вот пятна, которые то же самое остались у нас после падения кометы Шумейкера-Флеви на поверхность Юпитера. Все, я все понял, все хорошо, отлично, ладно. Ну, хотя бы здесь я добился своего, я могу посмотреть, что было в то время. Так, ну, давай попробуем, я не знаю, комету Шумейкера-Флеви запустить, допустим. Давайте на Сатурн. Почему бы нет? Так, выбираем наш Сатурн, перелетаем к нему. И сейчас представим, что... А почему Сатурн без колец? Куда он их скинул, что ли? Ё-моё. Так, комета Шумейкера-Флеви, и у нас запуск происходит. Поехали. А будет ли то же самое, что у нас было на Юпитере? Так, по-моему, 21 фрагмент, если я не ошибся. Падение. Ага, ну и давай немножко промотаем время, дабы посмотреть, что у нас будет на поверхности Сатурна. Да, тот же самый, посмотри, те же самые пятна, разрыв облаков Сатурна. Да? Прикольно, здорово. Так, подожди, стой. Да, я знаю, что попробую. Я сейчас попробую запустить еще комету Галлея. А давайте 21 комету Галлея запустим и посмотрим, будет ли это больше катастрофичней, чем комета Шумейкера-Флеви. Я думаю, если 21 комету Шумейкеров, вернее Галлея, запустить на Землю, это, конечно, будет все. Это будет ад. Планета Земля не должна существовать после такого. Ну, ничем не отличаются пятна, в принципе, я не знаю, мы только немножко планету как-то изуродовали. Так, ну, я думаю, подожди, последний, наверное, эксперимент. Сейчас мы вернемся на Землю и попробуем. Земляне, вы как там, нормально, да? Ну, давай сейчас попробуем тогда 21 комету Галлея запустить на Землю. Поехали, друзья, и посмотрим, что это будет. Но мне казалось... Ой-ой-ой, ты посмотри. Ого, вот это катастрофа. Но мне казалось, конечно, что это будет намного все... Как-то, не знаю, намного безумней. Но, видимо, нет. Слушай, ну там вообще... В Америке ребятам вообще пофигу, что на другой стороне от них там падают огромные кометы Галлея. И, знаешь, как-то всем на все пофигу, блин. Да что такого? Ну, упало там что-то и ничего страшного. Да, ну, вообще, конечно, в режиме реальности это была бы реально настоящая катастрофа, от которой не выжил бы ни один живой организм. А вот, ну, в данной симуляции хотя бы можно представить себе то, что можно было бы видеть и наблюдать, но лучше этого не видеть и наблюдать. Берегите себя, друзья. Обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, дабы не пропускать мои новые видео. Всем пока, друзья. Пока-пока.